Очень подготовленный вопрос. Вопрос в самое больное место команды на сегодняшний день. Но в последней игре, я думаю, вы видели, мы пытались дать игровое время начать использовать после большого перерыва Марка Лагана. Avete visto che nell'ultima partita, dopo tanto tempo, abbiamo cercato di far giocare Marco Lagana. В последних играх увеличилось игровое время Алекса Акера. E più lungo il tempo nelle ultime partite di Asker. Алекс Акер. Но в позиции высокорослого игрока. Ma se parlare della posizione di lungo. Я не знаю, какое чудо нужно сделать, чтобы одного игрока использовать одновременно и на площадке, и дать ему отдохнуть. Non so che miracolo bisogna creare, fare per utilizzare lungo, cioè farlo giocare e farlo riposare contemporaneamente. Если наши соперники имеют в этой позиции четверых игроков, двух центровых, двух тяжелых форвардов. Se altra squadra ha quattro giocatori, due di centro e due di forward. И там стоит только вопрос, как провести ротацию. E lì bisogna solo capire come fare la rotazione. То у нас стоит вопрос, где взять этого игрока для ротации. Noi abbiamo la domanda dove prenderle i giocatori del genere. Давайте при этом учтем, что Крейг Келлахэн в ожидании операции. Diciamo che anche Craig Callahan sta aspettando l'intervento. И спасибо ему за то, что он проявляет характер и через боль проводит свои минуты на площадке. E grazie a lui che lui supera il dolore e passa il tempo. Я с удовольствием дам лишние минуты Франческо Квали. Да, volentieri altri minuti a Francesco. Но я думаю, мы с вами вместе имеем одну единую цель в предстоящей игре. Ma penso che tutti noi insieme abbiamo lo scopo principale per la partita di martedì. Показать наиболее лучшую игру и, как следствие, хорошие игры, результат. Far vedere una bella partita e il risultato, buon risultato. Поэтому особых вариантов в передней линии я не вижу. Non abbiamo tanti varianti nella linea davanti. Они могут появиться только лишь с приходом одного игрока в переднюю линию. Forse ci sarà possibile fare qualcosa quando arriverà un altro giocatore per completare questa linea. Вторая проблема ротации – это разыгрывающий. Point guard. L'altro problema è forward. Point playmaker. Playmaker. Хорошие игры перед этим провел Waters. Waters ha fatto belle partite. Но, к сожалению, две последние недели и половину этой он не тренируется. Ma purtroppo le ultime due settimane lui non si sta allenando. В связи с состоянием его тела. Per i questioni di salute. И получается у нас не проблема передней, не только проблема передней линии, но проблема разыгрывающего. Abbiamo il problema non solo della linea davanti, ma anche di playmaker. И вся ротация с участием Лагана, Акер, Пилипич, Парилла. Tutta la rotazione con tutti questi giocatori. В том числе Дарден. Это все. Darden. Вся эта ротация возможна. Кориняускас. Вся эта ротация возможна только лишь на двух позициях. Tutta questa rotazione. Praticamente di questi giocatori posso ruotare nelle due, tra la posizione del 2 e la posizione del 3, quindi sì. Vali Alex, Parrillo, Lagana, Darden, però manca nell'uno per questo. В этой линии у нас большое количество как бы игроков, да?
А на позициях высокорослых и qui abbiamo tanti giocatori, invece la posizione dei lunghi определенные проблемы. Вот и получается три проблемные позиции. Quindi ci sono tre problemi, tre posizioni, tre problematiche. И вся ротация возможна лишь в позиции 2-3. E tutta la rotazione possibile solo nella posizione 2-3. Естественно, мы каким-то образом перебрасываем игроков на несвойственные им позиции. Certamente noi facciamo questa rotazione un po' in particolare, un po' dove loro non giocano non nella sua posizione, ma nella posizione diversa. Но отсюда идут те проблемы, которые мы с вами видели. E da qui abbiamo i problemi che abbiamo visto. В ряде эпизодов последних трех игр. Alcuni episodi delle ultime tre partite. Ну, первое, хочу сказать, что Кремона не есть там какая-то плохая команда. Это хорошая, добротная команда. Una squadra buona. Non è una squadra. Да, сегодня количество побед этой команды показывает, что она занимает определенное место в турнирной таблице. La quantità delle vittorie di questa squadra non ha il risultato. Но команда обладает яркими личностями, хорошими лидерами. Ma ci sono i leader bravi nella questa squadra, per esempio. Ту Холловей, я считаю, один из лучших исполнителей на своей позиции в серии. Dei migliori giocatori nella sua posizione. Очень неплох Тайшон Томас. Che Thomas è bravo. Другие игроки под стать им. Я думаю, что нас ждет очень серьезное противостояние. Penso che avremo una partita seria. Если в Пистое мы играли 5 против 6, шестым игроком были трибуны, были тифози. E se a Pistoia abbiamo giocato 5 contro 6, perché il sesto giocatore c'erano le tribune, i tifosi di Pistoia. То я думаю, что эта игра будет обязывать нас за счет поддержки наших фанатов. Invece questa partita abbiamo l'aiuto dei nostri tifosi. Устоять и не дать такой слабинке, которую мы дали в конце предыдущей игры. Non dare questa piccola debolezza che abbiamo fatto a Pistoia e cercare di giocare molto bene. Безусловно, важным фактором будет нейтрализация главных игроков, лидеров команды. Il fattore molto importante è neutralizzare i giocatori più importanti, grazie. Как мы справимся с Ту Холловей, как мы сыграем против Томаса, против других лидеров? Мы giocheremo contro Thomas, contro Holloway. От этого во многом будет зависеть результат этой игры. Dipenderà da questo il risultato della partita. Проблема неприятна, что позиции этих игроков как раз те позиции, которые являются проблемными у нас. Il problema che proprio la posizione di questi giocatori è contro i nostri problemi messa. Dove abbiamo i punti deboli, lì sono forti questi giocatori.